Понимая, что в случае разрыва электорального поля оппозиции победа власти неизбежна, как пошутил один из социологов, ослик на веревочке, приведенный администрацией Московской области, уже имеет 25% поддержку нашего самого продвинутого населения. Ну, в кавычках, и с горечью он говорил эти слова, безусловно. Поэтому я приехал для того, чтобы объяснить кандидатам. Ребята, если вы не объединитесь, вы все встанете в очередь, причем не самыми первыми, поздравлять Войтюка, кандидата от партии власти, с избранием главы города. Первый этап переговоров, как я считаю, прошел успешно. Сергей Кнышов говорит, да, я понимаю, я готов сниматься, давайте обсудим условия и так далее. Встреча с Аниканом показала, что он очень хорошо понимает политическую ситуацию, также прекрасно понимает необходимость блокирования либо с Новиковым, либо вокруг него, для того, чтобы добиться успехов. Но так как между кандидатом от Прохорова «Справедливой России» и КПРФ были противоречия, некоторые предпочтительнее и более электорабельный был Игорь Новиков, который уже, как я говорил, побеждал. Вот в этих условиях начались переговоры. Первый этап прошел успешно.